Здравствуйте! В эфире «Афиша» и я, Анна Троян, ваш личный гид в мир отличного досуга. Впереди не выходные, а один сплошной праздник какой-то. Смотри и запоминай! Проводить время в компании смешных комиков стало для нас уже традицией. В четверг Василий Алибабаевич приглашает вас на стендап. Вкусные блюда и искрометные шутки прилагаются. Бронируйте столик прямо сейчас. Отличное настроение прилагается. А в пятницу требую продолжения банкета. Василий Алибабаевич отметит свой второй день рождения за визит. Ресторан подарит вам веселый и незабываемый праздник. Будем танцевать до утра под ваши любимые песни, под живое исполнение музыкантов. Наряжайтесь, будет круто! Последний день ноября предлагаю отметить всемирный праздник домашних животных. Давайте проведем этот день вместе и поделимся друг с другом историями о любимых питомцах, о хвостатых, усатых, пушистых и таких преданных существах. Предлагаю не только рассказать, но и поучаствовать в интерактивных играх. Самых активных ждут призы и подарки. Ну что, друзья, дождались! Наступает самое волшебное время. Первый день зимы встретим ярко и зрелищно. И это я не про концерт Ольги Бузовой в «Триумфе». Фестиваль-конкурс новогодних забав для снегурочек состоится в новогодней резиденции Деда Мороза. В картинной галерее девушки примерят на себя образ всеми любимой зимней героини. А вечером на елках зажгутся огоньки и начнутся народные гуляния в Центральном парке, на Наташинских прудах и в Томилинском парке сказок, концерты и Дедушка Мороз, который точно исполнит ваше желание. Таким жарким будет этот уикенд. Настраивайтесь на волну позитива, и она обязательно притянет к вам массу положительных эмоций. С вами была Анна Троян. Пока-пока!